Sowjetische Truppen da draußen! Sowjetische Truppen! Русик Добровский, командир батальона 3-й польской дивизии. Командир танковой роты. Мне надо идти вперед. Догоняйте! Батальон! Абсурд! Марш! Догоним! Батальон капитана Неустроева вышел к Шпрее. Впереди Рейхстаг. Да, вот он Рейхстаг. Последний орешек. Но немцы дерутся как черти. И вроде капитулировать не собираются. Так или иначе, Шпрее форсировать нам. И Рейхстаг брать нам. Где КП капитана Неустроева? Рядом, товарищ генерал. Товарищ генерал, батальон после боев приводит себя в порядок. Вижу, вижу. Проводите меня к командиру полка. Товарищ генерал, командир 756-го стрелкового полка, полковник Зинченко. Вот что, Зинченко, вручаю тебе это знамя. Твой полк должен водрузить его над Рейхстагом. Кто понесет знамя? Разведчик Егоров. Я. Разведчик Антария. Я. Водрузите это знамя. На куполе Рейхстага. Nach vorn! Los, los, los! Es wird Zeit! Los jetzt! Возвращаем противника!
20! Беглый! Беглый! Огонь! Полковнику, что первый этаж взят. Что? Взяли первый этаж? Молодцы! Взял первый этаж. Медленно, медленно двигай. Ich habe ein Funktelegramm bekommen. Мне доставили радиограмму. Бенито Муссолини, Бенито Муссолини и его подругу Клару Петаччи sind in Mailand auf dem Loretto-Platz von den Partisanen öffentlich zur Schau gestellt. Партизаны повесили вниз головой aufgehängt. На площади Лоретто в Милане. Какая жестокость. Оставьте нас. Чуйков? Что? Товарищ маршал, гитлеровцы выбросили белый флаг, начали сдаваться. Повтори. Гитлеровцы выбросили в Рейхстаге белый флаг, сдаются. Поздравляю тебя, Чуйков. Неужели конец, Георгий Константинович? 4 года. 1410 дней и ночей.